В историко-культурном центре открылась новая экспозиция. Ценителям живописи в какой-то степени она знакома, ведь ее авторы – преподаватели и студенты Академии акварели и изящных искусств Сергей Андрияки ежегодно выставляют свои работы в нашем городе. На открытии собрались те, кто любит и ценит живопись. Для них была проведена подробная экскурсия, охватывающая практически каждое полотно. Основу выставки составляют произведения доцента кафедры живопись, рисунок, композиции и изящное искусство заслуженного художника России Александра Волкова. Да, если мы с вами посмотрим, как и сирени с нарциссами, и в этих пионах нам хочется их понюхать, и мы даже, может быть, и рассматривая букеты и чувствуем как раз аромат цветов. Среди авторов также заслуженные художники России Наталья Беседнова, Ольга Волокитина, Алексей Кравченко и их ученики. Восхищающий взгляд произведения придутся по вкусу широкому кругу посетителей. Выставка продлится до 25 марта.